Всем привет, мои хорошие! Наконец-то дошли руки у меня и вот до этой красавицы. Сидит она у меня уже, точнее не сидит, а уже убегает давным-давно из горшка. Сидела она у меня в подвесном кашпо, очень высоко, под самым практически потолком на окне. Вот в таком красивом, конечно, она уже некрасивая, вот заодно и постирается. Вот в таком кашпо. Это когда-то у меня дочка вязала такие кашпо. Сейчас уже или плела. Сейчас ей некогда этим заниматься. Она занимается активно своими занятиями по медицине. Ну, а мы с вами занимаемся нашими красотками. Да, на заднем плане, кстати, шикарная кора и шикарный мох сфагнум. Из наших лесов. Это он сейчас намоченный уже, а так он сейчас в подсушенном виде. Ну вот, как вы видите, когда он намокает, он опять становится шишечки зелененькие, розовенькие, стебелечки розовые все такие. И шикарная кора сосны. Здесь я ее уже подготовила, порезала помельче специально для данной посадки. Ну а так кусочки довольно-таки крупные, толстые. Ну разные, конечно, есть фракции. И фракция эта называется смешанная. Приобрести можно ее у меня на странице в ВК, либо по электронной почте. Ссылочки все есть под каждым моим видео. Ну, а мы с вами будем заниматься сегодня вот этой красавицей. Вот такой осьминожкой. Посмотрите, куда ее корни уже побежали. Орхидея давно-давно легла. Так бывает у них. И нам с вами предстоит вынуть ее из этого зеленого горшка, потому что вынуть ее вообще из того кашпо не получалось, так как она провздела корешочки свои. И я ее даже поливала методом тыка. Попаду, не попаду куда-нибудь. Вот такая беда в горшке. Все сухо. Она еще даже сидит у меня в циофлоре, представляете? И эта посадка была, значит, года 3-4 назад. Давно. Она еще попала под плохую воду, когда я поливала водой из-под крана. А я уже 3 года не поливаю водой из-под крана. И в циофлору не сажаю уже, наверное, года 4. То есть, вот представляете, сколько долго сидит эта орхидейка в данной посадке. И сегодня нам с вами предстоит ее пересадить. Эта орхидея вообще трудяга. Посмотрите, сколько у нее не стало листьев. Сейчас попробую, чтобы вам было видно все. Видите, сколько чешуек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь листьев у нее уже нету. Все эти листики в основном ушли за это лето. Сейчас у нас уже ноябрь. Да, ноябрь, а то сейчас оговорюсь. И она у меня цвела на протяжении 2 лет. Вот ее все цветоносы. 1, 2, 3 и вот 4. 4 цветоноса. И каждый цветонос давал боковую почку. Будил, скажем так. Никогда не могу нормально выговорить это слово. Ответвление. Короче, неважно. Ох, она полностью даже сидит в циофлоре. Что ли? Да? Ё-моё, это вообще самые первые мои посадки. А верхний слой мха, видите, уже какой стал. Ну и мох здесь лежит, наверное, года 2, потому что эту орхидею я вообще очень редко снимаю, даже если я и купала ее, ну, скорее всего, купала и обрабатывала же, то мох я точно не меняла, потому что он уже давно даже потерял весь свой вид. Ого, вот это мы с вами откопали залежи у меня. У меня орхидеи давным-давно не живут в циофлоре, а здесь полностью циофлора. Давайте, чтобы убедиться, сейчас мы ее отсюда вывалим. Вот этот корешок засаленный зеленый
даже жалеть не будем. Мы его сразу отрежем, чтобы не мучиться. И как-то спокойно ее отсюда извлечь. Вот это да. Смотрите. Девчат, полностью циофлора. И такой, знаете, запах из горшка идет прелым. Ой, тут даже чего еще? Уголь еще, девочки. Мама дорогая. Этой орхидеи 5 лет в этой посадке. Вот так, начали с одного. Уголь, смотрите. Я углем уже не пользуюсь. Это с углем были мои самые первые посадки орхидей. Ну, вот такие активные, да, когда уже я начала YouTube-канал вести. А YouTube у меня, по-моему, лет 5. Да. Ох, тут даже палочка спрела, смотрите. Видите? Был держатель цветоноса. Видите? Он спрел даже. Ого. И керамзитом я не пользуюсь для орхидей давно. А он здесь присутствует. Вот это находка. Вот это да. Циофлора ломается. Да, смотрите, крошится уже. Но она столько лет здесь, девчат. Она здесь столько лет. 5 лет. Вот этот кусок не крошится. Да. Вот это мы с вами находки откопали сегодня, археологические. Конечно, за столько лет она ляжет. Так она ничего не просила. Она спокойно росла, спокойно цвела. Причем цвела долго. Постоянно выпуская один за другим цветоносы. Вот это умница. Ароматная, кстати, орхидейка. Не помню ее название. Да-да-да, вот это да. Эти корни нам все равно все придется удалять. Они уже давно себя изжили. Видите, какие они стали. Хм. Вот это да. Так, ах, вот еще у нас цветоносы. Раз, два, 5 здесь, 2 здесь вижу. Так, отрезаем сразу шею пониже. Ничего мы тут с вами не жалеем. Ничего мы тут не оставляем. Хорошие корни мы сейчас с вами тут найдем. Те корни, которые были в циофлоре, я вам уже много раз говорила, в другой посадке они не приживутся, во что бы вы ее не посадили. Даже если вы ее посадите обратно в циофлору, эти корни все равно испортятся. Это уже проверено все временем. Именно по этой причине я перестала сажать орхидеи в циофлору. Циофлора хорошая вещь, штука. В ней очень много у меня когда-то реанимировалось орхидеи, очень быстро восстанавливалась. Но вот у нее есть вот такая вот проблема. Спустя 5 лет, видите, она... Так, отрезаем. Не жалеем. Низ. И что тут, как тут у нас? Сейчас, девочки, будем развязывать все корни. Потому что они здесь все переплелись. Да. Никак не думала, что у меня еще остались орхидеи в чистой циофлоре. Вот честно.
У меня прям вот даже шок какой-то небольшой. Не ожидала увидеть здесь циофлору. Ну, хотя бы смешанная была бы, да, потому что я потом ее начала смешивать. Ну, а тут еще даже чистая. Вот, циофлора хороший грунт, но субстрат. Я его хотела вроде оставить своим другим растением, добавить, промыть. Но он так уже весь блестит. Я думаю, что его и промыть не получится. Циофлора, так же, как и мох, забирает в себя все ненужные примеси. Ну, мох, естественно, мы не моем, не купаем, не стираем, да? Так, давайте как-то вот отрежем все это дело. Не могу ничего. Все равно эти все корни удалять. Так. Так, все, убрала все лишнее отсюда из поддончика. Теперь смотрим, что у нас здесь. Для начала нам надо с вами, наверное, очистить чешуйки, а потом будет видно, что и как. Сухие чешуйки очень тяжело счищаются. Старые цветоносы выкручиваем, выламываем. Они нам уже не нужны. Да, будет проблемно здесь что-то чистить с таким количеством корней. Но мы постараемся. Потому что убрать эти чешуйки надо просто, обязательно. Можно было бы сейчас размочить сначала эти чешуйки, но на это потребуется больше часа. Корни начала повреждать, но без этого и не обойдется. Можно было бы окунуть ее в водичку, и чешуйки бы отмякли, было бы чуть-чуть полегче их снимать. Ну, если сейчас где-то что-то не получится, придется замачивать. Да, я уже думала, что я все орхидеи пересадила давным-давно из циофлора. Надо же, долгожительница циофлоры. Вот как ты тут свои корешули позаплела. Ей уже не нравился этот субстрат вообще никак. И это, в принципе, было видно давно. Потому что она и ложилась. И корни у нее, видите, как активно стремились вверх. Потому что субстрат был засоленный. Субстрат был сейчас с запахом прелости уже. Но это уже от времени, девочки. 3 года
такой вот, знаете, можно не пересаживать орхидею. Потом желательно уже ей субстрат менять. А здесь орхидея 5 лет точно была в этой посадке. Это очень много. Так, не подцепляется. Цветонос отломила старый. У меня никак не получалось ее пересаживать, потому что она постоянно цвела. Но вот эти вот ее корни теперь в разные стороны. Надо же будет умудриться как-то убрать в посадку. Но мы с вами однозначно это сделаем. Наверху мы эти корни точно не оставим. Да. Красавица. Орхидушка. Вот цветонос выломался. Вообще замечательно. Полностью вышел. Не пришлось мучиться с ним. Так. Тоже старый цветонос. И вроде как одна чешуйка у нас тут осталась, если я не ошибаюсь. Под этими чешуйками могут прятаться и цветоносы, и детки, и новые корни. Поэтому не делайте орхидеи так высоко, чтобы вам к ним не дотянуться. Но это мое обилие орхидей. И вот как она начала активно сбрасывать листья, всячески мне показывать, что меня пора уже пересадить. А я все тянула и тянула. Все мне некогда. Так. Ну что, все. Вроде. Сейчас попробую. Вот здесь еще подцепить, может, получится. Вряд ли. Ну там, видите, корешок. Нет, сейчас шейку пораню. А это нам ни к чему совсем. Так. Смотрим, что здесь удалить. Вот этот корень удаляем плохой. Вот он, видите, он уже изжил себя полностью в циофлоре.
такой сморщенный, темный. Отрезаем его под самый корешок. Сейчас, может, еще и шею еще подрежем. Этот тоже такой же отрезаем. Где-то еще видела. Не будем жалеть эти корни, которые были в циофлоре, потому что они все равно испортятся и нарушат нам посадку новую. И придется опять делать пересадку. Поэтому давайте вот так вот чикнем еще шею. Шею оставлять я не буду. Ну, для наращивания деток, да. Вот здесь, видите, что-то образовывалось. Сейчас попробуем поймать фокус. Но так как это было под чешуйкой, вот, оно все остановилось. Чешуйки очень все портят. Ну все, нам так, вот этот цветонос тоже удалим. Пока удалим его. Сейчас, девочки, вы куда-то у меня уходите вместе с фокусом. Вот так повыше отрежем, потому что он еще свежий, не высохший. Ну, а вот это вот все. Так, вот этот корень сейчас тоже удалю. Он тоже не нужен. Все. Остальное все у нас пойдет в посадку. Беру горшочек побольше и делаем нашу любимую посадку. Вот в эти ножки, вот в эти, мы набиваем с вами мох. Для того, чтобы мох потом тянул всю влагу из горшочка. Для будущего ленивого полива. Предыдущее видео у меня было о поливе. Я там рассказывала, как и чего я поливаю. Посмотрите, кто не видел. На какой день после пересадки я делаю полив. Мох сейчас у нас влажный. В самый низ укладываем крупные прям куски коры. Вот такие шоколадные. Так, подождите, фитиль сделаем сейчас сначала еще. С одной стороны. И вот так с другой стороны. Теперь укладываем крупные куски коры. Прям самые такие крупные. Иголочки какие-то попадаются. Это все витаминки. Так, все, я думаю, давайте еще. Так. Так. Теперь берем нашу осьминожку, вот эту. Корни можно было бы намочить, напоить, а потом посадить. Ну, сломанные корни в данный момент сейчас, лопнутые, треснутые, все равно неизбежны. Поэтому мы их с вами сейчас просто вот так покручивая заправим сюда. Мартюш попить пришел. Это святое. Когда идет съемка, надо обязательно попить, покушать.
Так. 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 Вот теперь самое интересное. Эту орхидею нам надо с вами, хочешь не хочешь, а выровнять и поставить ее вот так на середину. Это надо сделать обязательно. Держим ее на серединочке. Как хотите, это делайте, но она должна быть на серединке, иначе она опять ляжет. Эта орхидея не лежачая. Под попку положу большой кусок коры, чтобы она сильно не падала потом вниз, а плотно держалась. И засыпаем кусочками помельче, которые я нарезала. И стараемся аккуратно, без фанатизма, промеж корешков укладывать кору. Очень жалко, что у меня дома нету осмокота, закончился. Так бы можно было бы сразу и осмокот добавить. Ну ничего, я потом это сделаю сразу всем. Видите, как она у нас села на кусочек коры толстый-толстый. Замечательно. Так, по возможности выравниваем. Так, давайте я ее поставлю вот в этот горшок, иначе она скользит. А потом мы с вами все это дело рассмотрим. Так, выравниваем. И опять укладываем корешочки к стеночке, делаем, пока есть эта возможность. Укладываем кусочки коры. Я надеюсь, что вам хоть что-нибудь здесь видно. Так, вот здесь потоньше надо. Вот кора должна быть не только толстой, но должна быть и вот такая тоненькая, видите? Потому что вот куда-то, вот вижу, что надо просунуть тоненький кусочек коры. Этот тоненький кусочек закрепит толстенький кусочек. И таким образом наша орхидейка присядет плотненько. Так, аккуратненько листики поднимаем. И наш мох, вот этот фитиль, который мы сделали с вами, укладываем сюда. С одной стороны. И фитилек с другой стороны. Видите, треснули корешки. Ну, ничего страшного. Полив мы ей делать сейчас не будем. Поэтому все у нее затянется. Хрустит кора, не корни. Надо совсем поменьше вот сюда что-то подложить. Орхидея должна плотно сидеть в посадке. Нисколько не должна шататься после того, как вы уже закончили посадку. Вот сейчас она, видите, как шатается прям вся в горшке. Когда мы с вами закончим посадку, она будет сидеть плотно.
Не надо. О, лишайник вспомнила. В предыдущем видео пыталась вам вспомнить название этого мха на коре. Это лишайник, да. Его бояться не стоит. Он не вредит орхидеям. Много лет сажаю в такую кору именно. С лишайником много попадается. И орхидеи только говорят спасибо своим цветением пышным. И долгим цветением. Так, вот здесь у нас, видите, корешок такой растущий. Сейчас мы чуть-чуть на него положим мох. Иначе мы его сейчас корой сломаем. Вот так, прижмем его мхом. И уже положим кусочки коры. Под старый цветонос, видите, который мы отрезали, и он еще не был сухой, подложила кусочек коры, чтобы потом его не намочить. Вот у нас уже орхидейка с вами очень плотненько сидит. Так, теперь берем мох. И укладываем его по краюшку горшка. Так, у нас, кажется, орхидея завалилась на эту сторону, да? Да. Пока не поздно, сразу все поправляем. Прям плотненько делаем его с краюшку. Так, вот здесь бы нам с вами прям вот помельче бы кора нужна, но я вот не подготовила. Вот так легко режется кора. Очень легко. Орхидейными ножничками. И крупные кусочки режутся легко. И мелкие. Ой, на мелкие точнее. Еще давайте. Хочу прикрыть шейку просто вот так корой. И с этой стороны тоже. У меня в орхо-квартире много всего. Домой-то я много этого не таскаю. Я же собиралась все орхидейки перевести все-таки за лето. А не получилось все перевести.
Поэтому какая-то часть осталась дома. И им тоже нужен уход, пересадка. Все. Я не думаю, что она сейчас соберется опять цвести. Надеюсь все-таки, что она отдохнет, потому что она очень долгое время цвела, не один год. Нарастит листики. Блин, вон там застряло, что сейчас вытащу. Полив у этой орхидейки будет не раньше, чем дня через 4-3. Через 4 даже. Вон, видите, лопнутые корешочки. Это ничего страшного. Присутствуют воздушные карманы. Достаточно. Вот такая вот получилась посадка. Замечательная. Ножки у нас сам хом. Поэтому потом, когда мы ее адаптируем, здесь у нас, кстати, только воздушные корни, которым надо будет привыкнуть к воде. Поэтому мох влажный. И этой влаги сейчас орхидейке вполне будет достаточно. Полив будет не раньше, чем дней через 5 у этой красотки. Кому понравилось видео, ставьте лайк, делитесь моим видео. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Не забываем подписываться на другие мои соцсети. Ссылочки есть все под каждым моим видео. Ну, а на этом мы заканчиваем. И всем пока-пока. Спасибо за просмотр. С вами была Любовь и мой мирок орхидей.